Представляем вашему вниманию термопод AKI-KT1081O. Используется для нагрева и кипячения воды. Идеальное решение для большой семьи. Мощность 680 Вт, значительно экономнее электрочайников. Панель управления простая и удобная. Температуру можно установить самостоятельно. Также есть таймер, индикатор уровня воды, индикация неисправностей. Отмечу значительный объем – 3,5 литра. Термопод не нужно поднимать, чтобы налить воду. Она подается электропомпой. После закипания автоматически отключается. Есть защита от включения без воды. Поверхность корпуса не нагревается. На крышке есть замок, который предотвращает самопроизвольное открытие. Горячая вода подается только после разблокировки специальной кнопкой.